Жаль, мама не дожила до этого дня. Лёня, а это мой подарок. Этот галстук я купила еще в Париже, но специально берегла для этого случая. О, Леночка, спасибо. Я очень рад, что мы опять вместе. У нас сейчас с тобой трудный период, Лёня. Но я постараюсь. Все обойдется. Жена нелегкая профессия. Я так виноват перед тобой. Так виноват. В конце концов, тысячи мужчин живут с нелюбимыми женами. Чего? Счастлив.